Казахстан – страна с богатой историей, материальной и духовной культурой, где переплетаются прошлое и настоящее. Это стало основными приоритетами областной олимпиады школьников старших классов. Тема нашего мероприятия выбрана не случайно. Ведь современный Казахстан – страна с богатейшим историческим и культурным прошлым. Удачно расположенная в самом центре Евразии, страна оказалась и в самом центре древнейших мировых цивилизаций, социальных, культурных и экономических связей между четырьмя сторонами света, между Азией и Европой. Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала школьникам предстояло продемонстрировать свою эрудированность по истории и культуре древнего Казахстана посредством решения тестовых заданий на определение археологических памятников и исторических личностей. Следующий этап – проведение работ с картами средневекового Казахстана, решение логических заданий. Также участники решали кроссворды по новой истории и писали эссе на тему современного Казахстана. Я очень люблю историю, и поэтому очень рада участвовать сегодня. Для меня очень важно, чтобы история стала для людей очень важной. История, я считаю, что это залог продвижения в будущее. Стоит отметить, что в Казахстанско-американском свободном университете были предоставлены все условия для проведения олимпиады, а участники конкурса продемонстрировали свою эрудированность в сфере истории Казахстана.